Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вяжем плед «Белая ворона». И в прошлый раз мы с вами вязали квадратные детали уголком из трех цветов. Вот они. Сейчас мы будем вязать тоже, точно такую же деталь, только немножко меняем цвет. Убираем серый, он нам больше не нужен. И берем два оставшихся цвета, белый и желтый. То есть у нас будет участвовать в работе в квадратике 4 цвета. Вязать мы будем вот такие вот квадраты. Начинаем с темного, красный разделитель. И дальше идет желтый, темный и завершаем белым. Ваша задача была перед началом вязания подобрать цвета. Смотрите, какой цвет вместо тех, которые употребляются, которые беру я, будет у вас. Но задача остается такой. Связать 12 одинаковых квадратиков по аналогии абсолютно. Если положить эти два квадрата рядышком, ничего не меняется. Вот как мы вязали в прошлый раз, то же самое делаем сейчас. Начинаем с темного, только вместо серого берем желтый цвет. Вместо серого желтый цвет. И вместо завершающего серого идет белый цвет. Все идет в одном направлении, все идет точно так же. Тот же самый красный разделитель, только меняется правая сторона детали. Расчет абсолютно тот же, которым вы вязали. Количество петель рядов остается абсолютно одинаковыми. То есть квадраты ровно те же самые. Немного изменяется цветовое решение. И таких квадратов нам нужно тоже 12. Вот они, 12 квадратиков. Вяжите. И следующая часть у нас уже будет сборка пледа «Белая ворона».